Вот еще один вопрос на вечную тему. Нужно ли мужчине обязательно быть богатым для того, чтобы у него были бабы? Давайте не будем теоретизировать, а посмотрим просто по фактам. Есть мужчины, которые трахают женщин за деньги, а есть мужчины, которые трахают женщин бесплатно. И нашумевшая история с женой бразильского фитнес-тренера, которая трахалась с каким-то бомжом в своей же собственной машине, этому доказательство. Нужно понимать, что деньги, которые женщина получает от мужчины за секс, она тратит на то, чтобы купить себе эмоции. Да, шмотки, украшения, машины, рестораны, поездки – это все дает женщине эмоции. Именно поэтому женщина все это от мужчины требует. И если мужчина вызывает у женщины эмоции сам по себе и без всего этого, то он будет трахать ее бесплатно. А если не вызывает, то за секс ему ей придется заплатить.